Стоматолог – престижная и ответственная профессия. Этот врач лечит, занимается профилактикой болезней зубов и десен. Он диагностирует, принимает меры по устранению заболевания. Уже более 10 лет врачом-стоматологом работает Ольга Валерьевна Збражская. Девушка училась в Волгограде, там и работала. В августе будет 2 года, как Ольга Валерьевна работает и живет в Великом Устюге. Первая задача любого врача – это помогать. Поэтому первое желание, какое у меня было, это помочь людям. И потом уже, согласно этому желанию, выбиралась соответственная профессия. В семье Ольги Валерьевны есть врачи. Сестра работает неонатологом, а тетя – кардиологом. Девушка считает, что все профессии, и в частности стоматологию, можно назвать настоящим искусством. В профессии стоматолога важно быть и немного художником, чтобы слепить зуб. Из ничего бывает иногда приходится. Чем сложнее работа, тем она интереснее, я так считаю. К слову, оборудование во взрослой поликлинике полностью обновили. Вместо старого советского завезли импортное, бразильское. Стоит согласиться, не только специалистам приятно работать за такой аппаратурой, но и безбоязненно сидеть пациентам. Сам я до ужаса боюсь врачей-стоматологов, но, пользуясь случаем, сегодня я решил проверить свою полость рта. Так, открывайте рот. Бояться стоматологов, как я, не нужно, ведь это безболезненный процесс. Если необходимо, сделают анестезию. Согласитесь, приятно ходить со здоровыми зубами и улыбаться во весь рот окружающим вас людям. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.